Вот еще военно-исторический фестиваль сегодня, первый из двух дней. Это вот выставка костюмов, то здесь тоже, я смотрю, так полагаю, 19 или, наверное, 18 века. Примерно так. Ну, тут надписи тут есть, мы читать их не будем. Вот, это все вот тут у нас Дворцовая площадь сегодня. Ага. Ну, вот так вот мы идем, смотрим. Ага. Так, вот тут тоже шатер. Да, вот так, Артемка, видишь, какой шатер симпатичный, да? Пойдем дальше посмотрим, что там. Тут что-то еще какое-то действие, смотрю. Шампанским и чем-то еще. Может, там дегустация какая-то проходит.